Subterana de la intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, renovată acum câteva luni, se pare că nu a rezistat prea mult. Plăcile din teracotă s-au desprins, iar peretele a rămas gol. Înainte de sărbătorile pascale, municipalitatea s-a autosesizat și pasajul subteran a intrat din nou în reparații. Iar muncitorii speră că de această дата să nu se mai întâmple asemenea incidente. Мы попытались узнать, почему откололась плитка у рабочих, которые занимались ремонтом, однако они отказались отвечать, но проявили оптимизм в отношении результата нынешних работ. Să ne spuneți acum, aceste lucrări vor fi mai durabile decât cele care au fost? Posibil, trebuie, cum? Ne așteptăm să nu o să mai cadă. Da. Am înțeles, dar de cât timp lucrați? 3 zile. Жители столицы убеждены, что плитка покинула стены из-за низкого качества работ. Părerea chiar foarte rea, dacă nu de mult a fost efectuate lucrările și gata. Ar trebui să fac o dată pe totdeauna, nu 10 ori. Să cheltuie atâția bani în contul statului. Calitatea lucrărilor probabil nu a fost corespunzătoare. Municipalitatea trebuie să aibă grijă ca muncitorii să cumpere materialele corecte și necesare și calitatea lucrului să fie bună. Я жил в Европе. Когда в Европе делают что-то, делают раз и хотя бы минимум на 10 лет. У нас, если вы не заметили, мы просто работаем в этом здании. Я прохожу каждый день здесь. Как только закончили, примерно через 8 дней это все выпало. Появитесь на факульту. Требазипей, синефинансатайте. Кыцалакитат. Хотя восстановительные работы завершили в конце прошлого года, вице-мэр Кишинева Анзhela Kutasevich утверждает, что их не приняли, и сейчас подрядчик разбирается с проблемой. В исполнении работ были выявлены недостатки. Компанию обязали переделать согласно техническому заданию и соблюсти качество. Некачественные работы не были приняты. Ошибки проанализировали и исправят все, что нужно. На ремонт подземного перехода на пересечении Измаил и проспекта Штефана Челмаре потратили более 4 миллионов леев.